Так, мы собираемся ехать на карьеры. Увидели недавно ВКонтакте пост. Интересные карьеры с белым песком. Сейчас поедем туда. Думала, ну, не успели, то не поеду. Успела. Какая там деревня была? Коровкина. Какой? А, вы карьеры? Коровкина. Да. Калужская область. Вот Тверская 2. А? Ну, Зубцовский район. А, даже 4, 5, 6. 6 Коровкина в Тверской области. Не доезжая Коровкина, да? Не чешись. Ну, где-то там надо смотреть комментарии. 25 километров. Продолжайте движение. 20 километров. Там мост делают через очередь. Это через деревню. Может, там очень плохо ехать. Через деревню придется. Ну, на Москву ехать очень плохо ездить. Да, там 5 светофоров стоит. Все, ладно, все. Большое было расстояние. Чего? Опять? Так, мы сейчас в Усов заехали. Что-нибудь поесть купить. Там дорогу делают. Так, давай руку, здесь машина. Да. Ой, тут дорого, не надо здесь. Ой, как тут, сколько она стоит там? Пойдем, 230 рублей, шаурма какая-то. Давай ручку, здесь машина. Подожди, она едет. На тележке будешь кататься? Ну давай, залезай. Давай я тебя сажу. Стой, ножки. Сейчас понять. Ты будешь что-то есть? А ты? Покупать. Я не знаю. Нам теперь придет штраф. А? Штраф придет. Да не придет. Ты поехал на красный, там висит камера. Мне ноги болят. Там камера на скорости, не на светофор. Ну не зря он на светофоре висит. А не где-то. Она должна висеть до светофора, если она на светофор. Ну, там смотрит, пропускают или нет. Раз, подожди. Ты будешь что брать? Ну, что-нибудь надо взять. Ты будешь булочку, Леш? Взять или сейчас. Какую тебе надо? Давай, покажи. Какую тебе надо? Ты показывал. Здесь сосиски, а? Непонятные. Давай я положу пока. Какую тебе надо? Даже не хочется и есть. Вот эту? Да. Может, пойдемте лучше пойдем. Этих возьмем. Тут какая-то ерунда продается. В упаковке. Мы будем в упаковке брать. Тут какая-то ерунда, смотри. Я такой ела. Смотри, какая есть сосиска. Вон. Ужасная. Я буду в упаковке брать. Пойдем. Подожди, какую надо? Что ты хочешь? Вот эту? Ничего не нашел там, где-то ее там отрыва, не понимаю. Может, меня обмануло? Не знаю, там нету ее. Я все обыскал там. Может, на другом месте где-то лежит? Нет, там где-то. А? Может, я покину? Она тебе одна. Да ладно, не надо. Нет. Откушу просто. Сейчас мы все в тележку сложим, смотри. А потом можно так спустить. Я даже не знаю. Отломить, смотри. Да. Пробелишь.
Нет. Частный. Да, сейчас будем вытаскивать, вылезать будем. Так, набери. Да. Мне и Лёше, и вот это все. Такую булочку зеленовую, такую еще не пробовали. На, колечко свое бери. Да, сейчас пойдем машину кушать. Так, сейчас что-то у меня спросит алкаш. Опа, ножки вытаскивай. Похмелиться, наверное. Ой, тяжело-то. Подожди, подожди, там машина ездит. Увидим. Давай руку. Руку давай. Не, видишь, машина ездит. Спросил. Я думал, спросит. Да. Вкусная точка. Тачки еще 3 торчат. Сейчас попишу. Можно наехать и все. И конец. Пописай с ним. Пописать? Да, я. Ну, пописай. Пописай, я все время обливаю его. Надо до камеры держи. Так, налево или направо? Наверное, направо. Пешком, наверное, надо идти. Угу. Что там написано? Кроме транспорта, мечта. Мечта. Если, наверное, может быть, платные карьеры, где надо платить за рыбу. Тут нет воды вообще-то. А? Тут воды нету. Да. Зачем она приехала? Просто погулять. А, я думал, ты можешь купаться. Ой-ой-ой. Сейчас мы вылезем. Так, можешь куртку ему принять? Машину. Ну там, наверное, дует ветер сильный. Холодно, на улице вообще холодно. Здесь, наверное, надо ему одевать куртку на себе. Машину не надо надевать. Холодно, Леша. Другой. Вот этот снимем, а то одевать. Как бы бабе с мамой замерзнуть. Да, вот Леш. Когда лето такое? Встань, встань. Холодно, холодно. Машина. Подожди, стой. Встань ты. Я машину. Подожди, Леша. Пока ты куртку не оденешь, ты не вылезешь. Нет. Ты мне не даешь ее застегнуть. Пока не оденешь, не вылезешь, Леша. Ты мне не даешь ее одеть. Чё? Церковь. Не все, перезимай, да? Там деревня какая-то должна быть. Нет. Бинокль есть? Пойдем. Пойдем туда, Лёх, пойдем. Шлагбаум туда. Ага, проходи. Вот, тут текет какая-то вода. Леш, аккуратно. Ноги-то болят. Давай руку, ноги болят. Что болит? Ноги. Ага. Мышцы. Вон там пойдем посмотрим, там белый песочек видно. О, как. Тут у нас развилка направо и налево. Это мы приехали в карьер с белыми песками. На фотках тут так было красиво, но пока не особо. Сейчас будем исследовать, как бы нас здесь не поймали еще. Да, видишь, он тут чуть-чуть, а там много его. На этих воротник один. Да, там дальше. Он хочет, чтобы ты его на шею нес. А кто будет снимать? Давай. Эй, Лёх, на шее холодно сидеть. Какая разница, здесь или там? На шее холодно снимать.
на шее холодно снимать, это как? Висеть на шее. Там легко холодно на шее будет, надо так идти. О, смотри, уже начинается песочек, пойдем скорее смотреть. Вон там начинается. Да, пойдем смотреть. О, как. А там будет красиво, смотри, как начинается. Где-то мы видели, да, на фотках немного пройдем. Дальше, пойдем, там может много его здесь. Там дальше. Там много-много, пойдем. Ой, там видишь сколько? Там еще больше сейчас будет. Какой белый песочек. Пойдем, Леш. Так, ну пойдемте сюда. А там дальше еще будет подход. Большой дороги. Пойдем, может, куда-нибудь придем. Вот откуда он здесь взялся, белый песок? Вроде бы он. Глина везде, а там белый песок. Непонятно. Так, идем по этой дороге вон туда. Дальше. Настя! Вот такая красота здесь. Чё? Классно купаться, белый песочек. А, наверное. Вода чистая. Угу. Где Лёха-то? Не идет? Какие-то ветки, чтобы не упасть, поставили. Вон там вообще высоко. Туда бы залезть и сфоткаться. Такой песок белый в перемешку с обычным. Белый какой. А? Не желтый, прямо белый. Ну да. Что Леха там не идет все? А он не хочет, он там машину в белом песке катает. Надо ему сказать, что здесь вода, можно камешки кидать. Пойти заманить его. Давай, пока он туда залезу. Как-нибудь. Ну что там, разглядел? Не нравится тебе? Да. Нету. Лезть туда или не лезть? Залез я наверх. Тут вон даже лавочка есть. Фух. Он наверное там ходит. Тут лавочка есть, слышишь? А, наверное, охрана какая-то. Наверное. Лавочка вот. Поле какое-то. Да. Так, Леха вообще непонятно где. А, вон они уже где. На, кидай. Я близко не подходили. Леха! Леха! Где папа, видишь? О, видишь там, смотри. Вон там, высоко.
Вон, видишь? Видишь? Машет. Ага, машет. Погода, конечно, не ахти. Давай. Брызгается. Аккуратно. Ага. Угу, кидай. Вон там я был наверху. Вон там я был наверху, говорю. Холодно так еще. Там холодно. Здесь тоже я уже уши. Ветер. Уши все. Лёха, не надо её играть в неё. Не надо. Иди, отдай бабе. Отдай бабе. Потому что там надо кнопку нажать, заедает дверь. В двери, которая. Что там? А? А? Сажай, я устал. Пойдём садиться. Сейчас если тащить его. Пойдём садиться. Ой. Она грязная. Вот эту. Открывай машину. Ой, все видно, ведь машина, да. Фу. Что, попить хочешь? Сейчас там. На. Поехали? Поехали. Ну что, тебе понравилось? Ну, ничего особенного. Не, спать поедем. Время уже много. Булку будешь? Да. Ой, yes. Я буду ее кушать. Давай, сейчас будешь кушать. Я и буду. Не буду еще пить. Ну давай, уберем. Ой, сейчас достану. Машина какая-то едет. Там же встали. Все, все, кушаем. Туда поехали. Не ходи только по пакету. Сломался, да. Ну, поехал. Потом починит. На красный. Аскабады сломал. Аскабады. Он еще едут. Все равно. Папа, такую вся ночь. На аварийку гладу. Thank you.
Но она там завернулась на машину. Она будет ждать, наверное. Писать хочешь? Я не знаю, как ты. Ну вон, выйдите пока. Как я выйду? Давай я выйду с той стороны. Приехали мы с мини путешествия. Леха спать лег. Заехал по пути в Чижик и в Ермолино. Взял майонез по 69, голень по 169 за килограмм, блинчики по 21 с мясом и по 26, точнее наоборот, с творогом за килограмм. Вот такие наггетсы взял Лехе поесть за 420 рублей килограмм. Бананы в Чижике по 109, яблоки по 69 и апельсины, по-моему, по 79. Такие покупки приобрел. Так, на сегодня у нас селедка, салат из помидор с огурцами, котлеты рыбные из патасу и макароны. Сейчас поем и поеду еще по магазинам остальным. Сейчас будем пробовать сушить лук в сушилке, но мне кажется, ничего не получится, он очень мелкий. Наверное, придется в духовке. Будет проваливаться в эти дырки. Немножко попадало. Но так он мокрый. Вроде как слипся тут. Более-менее. Из морозилки. Попробуем, получится ли засушить или нет. Поставила 40 градусов на 5 часов. Посмотрим, что получится. Здравствуйте. Так, как потише, а то у меня ребенок спит. Так, наверное, все зарылись. Где они там? Господи. Живут они, да, такие вот небольшие. А это в чем его? Вот это грунт что? Земля, что ли? Это обычная земля, да. Можно в обычной земле, да? Да. Живут у нас, ничего, он большой. Вам сколько надо? 3 штучки. Вот это, наверное, самая большая. Да, там побольше. У вас одна, да? У нас 2 больших. Они очень большие, можно на них посмотреть. Сейчас покажу. Вот, наверное, самые большие такие. Когда я видел большие улитки. Чего, господи, смотри, какой кот лис. Так, вам земли дать немножко? Да, 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 ничего не делать. Да. Такая обычная земля, они нормально живут. Если они спят, их под водичку, они сразу просыпаются. Mm-hmm. По теплому. Да, по теплому, конечно. А, смотри, как он прилегает. Ты такой чудной. Чего-то раздетый, где твоя шерсть? Он не любит одеваться. Любит? Хоть с самого с котенка его одеваем, все равно. А зимой не мерзнет? Ой, какой. Не, ну мы его одеваем, он просто снимает ее одежду. Какой интересный. Он еще мурчит. А так, как обыкновенный кон, да? Да, ну он такой очень, очень ласковый. Складочки. Обычно они такие, те самые, с характером. Ну, у меня у сестры с характером лысый, да. Это кот, а не кошка? Кот. Красивый какой, у него окрас, но глаза очень красивые. И такой прикольный, и такой прикольный. Ой, ты, господи, ой, какой чудовище. Это сфинкс. Сфинкс, да? Да. Прикольный кот, нет? Что-то. Вот мне пахнет животным, все эти неразные корми, собаками, котами. Да, да, запахи другие. Вот. Пока что улиточек можно кормить только травкой, да? Ну, у нас они огурцы очень любят. Прям их любимая еда. Ну, трава всякая, да. Что там? У вас маленькая огурца? Вот это.
Или вы какую-то большую покупали? Нет, мы брали тоже маленькую. Тоже маленькую, да. Кстати, да? И за сколько она такая вырастает? За 9 месяцев вроде. Mm-hmm. Так я уже не помню, но... Честно говоря, за 9 месяцев. Да? Ну все, у нас так вырастет. Интересно. Дайте ему копеечку дадим. Ну, если вдруг что, там у нас были какие-то вроде нежилые, но эти вроде нормальные, живые, большие, то еще приходите. Давайте я вам так оставлю, ладно? Поприжились. Спасибо. Свободно. Ну-ка, иди сюда. Иди, а то я не знаю, не любить. Иди, иди. Лизу, выходи. До свидания. До свидания. Я уже знаю, куда мы поедем. За сиренью. Камешки кидать с моста. Так, я по магазинам съездил. Пойдем, смотрите, папа купил, Леха. Там много интересного есть, Лех. Будешь смотреть? Пойдем, смотрите. Тут, правда, стол будет занят, у меня несколько. Да? Или переставить ее? Давай сюда поставим. Тут же есть это самое. Это мы сушим лук, который у нас заморожен. Он невкусный, когда он такой вяленый становится. А на сколько ты поставила? 3 часа. Ну, 4 часа поставь еще и все. Что-то. Подожди. Ну все, можно. Да не попрыгают. Да, удалейки там. Что там разбираться-то нечего. Вот, давай. Так, поставила на 40. Что ты включил это ее сразу? Ничего не включила, сама включила. Ну вот, 4 часа. Давай, Олег, смотри, что папа купил. Такой торт за 179. Давай плиз поставим сюда. В Дикси. Вот эти штуки мне продавщица посоветовала, Осби, которая в Дикси разговорчивая. Знаешь такое? А? Да. Что, действительно такая она там. Яйца 59. Делал покупки. Так, жидкий творог белорусский по 79. Так. Это дали в Дикси. Взял халвы, по 410 килограмм было. Пошел взять немножко. Так, вот это у нас вафли по 64. Леха уже все будет. Потом легкий виноград. Что-то 179, по-моему, стоил. Так, Лехи абрикосы. Нет, нектарина. Да, смотри, там где. Рис я и нашел так. И то он стоит 20 рублей покупка. Да. Так, это все с Дикси. Дальше у нас пакет с диетического будет. Ну, он какой-то такой. Так, йогурт жесткий. Не знаю, рублей 30 стоит. Я никогда не такой покупку. Потому что он в сетевых наших стоит 40. Диетическим, наверное, еще дешевле будет стоить. Так, взял новинку вот такую. Блэк Айс какой-то. Энергетик. Так, потом печенье овсяное диетическое тоже. Помадки. Так, ржевское молоко в нашем городе делается. Так, и еще помадки. Не помню, сколько стоило. Так, грунт свекакового в этом такого. Фикс прайс взял. По-моему, не дороже 80 он стоил. Так, сейчас легко будет лизывать. А? Так, помидорки по акции были. 93 будет. Я взял сразу 2 упаковки. Так, у Лехи взял еще абрикосы. Вот. У Лехи сегодня все фрукты собраны. Так, молоком 49. 2 упаковки. Так, паприка, по-моему, рублей 30, что ли. 2. Лук, кстати, подорожал. Стоит 90 рублей, блядь. Вот это вот. Раньше стоило по 19, сейчас 90. Все, все пакеты. А, еще есть.
Так, ну тут у нас, в принципе, такое. Что, наверное, обозревать мы не будем. Кстати, подражали ионные сигареты. У них сменился дизайн пачки. На 5 рублей пачка подражала. Итого 50 рублей плюсом к боку. Сигареты, видишь, какие стали? На 5 рублей пачка. 75 рублей стоит. Так, из фикс-прайса еще вот это. По 60 штука. Так, вот такие конфетки в фикс-прайсе. Порезать, телёх? Не надо резать? Да, ешь. Что да? Порезать, да? Давай порежь, по-моему, сейчас. А ничего не болели. Ты будешь есть вот это? Приехали мы, значит, за сиренью. А она здесь что-то не цветет. Вот там дерево. Полностью было сирене, да? Что не цветет? Непонятно. Грязно. И она еще не готова, она еще только распускается, вон белая. В городе уже вовсю цветет, а здесь нет. Вон она. Еле-еле. Да, приехали. Ладно, значит, камешки покидаем. И приедем тогда уже. Кто-то сосиски жарил, да? Выходные сюда. Что там? Леша нашел решетку. Решетку? Так она вроде не четкая, видишь? Вот тут. Если посудомойки помыть, может ничего. Только не надо, мама, ты. А так рабочая все. Не трогай. Я не трогаю. Но она уже вон гнилая. Да? Нет, дай. Леша, ты сейчас весь в саже будешь. Что ты хочешь? Машину по ней катать? Сейчас ты все руки испачкаешь, Леша. Леша, она грязная. Пойдем лучше вон туда. Бери машину свою. Вот тут мы переезжали вброд. Сейчас. Вот она. Эту речку. Это давай здесь. Это лоча. Так, обратно положим. Какая-то. Тут грязно. Угу. Может, ему лучше с моста камешки кидать? Может. Вон там мост. Пойдем на мост, Леш. Здесь не подойти, видишь, как грязно. Бери камешек и иди на мост. Давай руку. Вот своя шестеренка все ходит. Ну, там, может, найдем. Лягушка, смотри, прыгает, Лех. Там, видишь? Наверное, найдем. Леш, лягушка, смотри, он попрыгала. Смотри. Ладно, она упрыгала. Пойдем на мостик. Будем водичку кидать камни. Да, пойдем. Вон туда пойдем. Вот мост. Еле живой. Только ему уже лет. Вот, в принципе, камешки-то есть. Вот, Лех, тут камешки есть. Иди сюда. Там течение, да, большое. Смотри, аккуратно, Лех. Что, там даже не собирается зацветать? Собираются, там совсем мало что-то в этом году. Да? Так, еще вон там сирень. Сиреневая тоже. По одному бери, по одному. Ну, отсюда не видно. А там вон белая. О. Да, на мостик поедет сейчас. Надо отойти. Вот сюда встанем в сторонку. Давай, ждем, пока проедут. Прицепом, видишь? Прицеп. Куда столько машин? Еще едет, да. Так, пчела летает. Ух.
Ну и последняя сейчас проедет и пойдем дальше кидать. Пойдем. Аккуратно только, Лёш. Аккуратно, не упади. Да, аккуратно, не упади. Ага, классно. Папа, сейчас ты её кидаешь. Ага. Молодец. На. На, давай, Настя, я тебе буду давать камни большие, а ты будешь ним кидать. Давай вот с этой стороны. Поднимешь, Лёш? Вот туда давай. Туда давай, кидай. Не, подожди, подожди, вот туда, в воду. О, смотри как. Так, стой, аккуратно. Опять там кто-то едет. Подожди, Лёш. Давай отходим опять машины. Отходим, машины едут. Сейчас будем еще кидать. Подожди, машину проедут, будем дальше кидать. Не, вот там будем камушки сейчас кидать. Подожди, машина, наверное, сейчас поедет сюда. Еще машина? Ну вот эту, куда она сейчас поедет? Туда? Да, она сюда едет. Сейчас проедет машинку и пойдем кидать. Машин столько. Камни не покидать даже только. Так, стой, стой, не бегай здесь. Папа, еще не подами. На-на. Аккуратно только, Леш, здесь. Не упади. Что-то мне жарко, печет. По одному кидай, аккуратно, не упади. На, вот я тебе даю. Вот здесь кидай, вот здесь побольше воды. Так, по одному, Лёх, бери, по одному. Так, иди, отрывай и кидай. По грязи не бегай, Лёха. Смотри, какие у тебя грязные ботинки, Лёш. Кидай. Будешь отрывать-то, Лёш? Помоги. Так, едем вброд. Угу. Лёхе показываем. Давай, держи. Вся машина грязная. В слюнях. Вывозится в этих. Ага. Не знаю, они это не они. Лёш, положи-ка лучше палку. А то собачки здесь. Мало ли. Папа, где та собака? Угу. И ку-ку! О. Так, мы остановились на пути домой. Тихо, не пугай собаку. Ваша лошадь. Так, тихо, Лёш, собачки лают. Пойдем сейчас смотреть. Пойдем, посмотрим. Хорошо. Пойдем. Угу.
Лошадка. Лошадка там, да. Ага. Может, надо спросить лучше? А? Может, надо спросить лучше? Спроси. А то сейчас это... Она уже ушла. А как здесь перейти? Я не знаю. Снимай. Не упади только с ним. Угу. Опа. Уже видно, что это мальчик. Да. Третья, четвертая, пятая нога у мальчика. Какая лошадка. Ой. Жеребец. Только не напугай, Лёш. То вдруг он оторвется. Хороший какой. Давай попробую тихонечко подойти. Лёш, стой, это не беги только, а то напугаешь. Она боится. Стой, Лёш, подожди. Стой, я попробую подойти. Только не беги, а то напугаешь. Иди с мамой, Лёх. Только не беги. Давай потихонечку пойдем. А то он испугается. Папа не ходит. Потихонечку пойдем. Ой. Какой хороший. Какая лошадка, смотри. Какая большая. Ну хватит, наверное. А? Хватит, наверное. Смотри, смотри. Не достать до сюда. Хороший, хороший. Как укусит. Ой, какой хороший, смотри. Умирай. Чуть не кусил. У меня ничего нет вкусного. Травы дай ей. Ой. Да с собой травы-то нет. Будешь травку? Да. Не тебе. Не хочет она. Кушает, смотри. Ой. Кушать хочет. Видишь, всю травку съел. Какой красивый, да, Леш? Сейчас мы еще травки дадим. Нравится лошадка, Лёх? Да. Если он кусит, палец откусит. Нет. У него зубы какие. Ой, какие у него зубы, видишь, Лёш? Я тебе дала вон травку. Вон там. Боюсь, что на меня кинешься, легнешь. Сейчас я тебе еще нарву. Он всю траву съел, наверное. Теперь есть хочет. О, смотри, вот тут зелененькая. О. Вон туда тебя кидай, смотри. Оп. Посадка, видишь, какой хороший, красивый. Ой. Наверное, молодой еще маленький. Сейчас даже. Ну это мухи, видишь, ему глаза лезут. Моя лезет. Какой блестящий. Не в то горло, наверное, пошло. Что не так? Мы не отравимся слушать.
Может, он нельзя ему такую траву? Да вон тут идет целая куча. Давай я тебе муху беру. Так они, правда, опять потом полезут. А, комары тебя кусают. Какой хороший. Только не кусайся, у меня ничего нету больше. Ты не хотела ехать к лошади? Мухи, комары, бедный. Да аккуратно к нему подходи, тихонечко. Зевает, что ли? Наверное. Что-то не похоже, что-то не то, мне кажется. Может, ему не то в горло попало? Есть у него там вода-то? Есть, наверное. Может, он выпил. Видишь, как мухи лезут к нему, мешают глазки. Кушает травку. Еще маленькие. Они еще большие. Они еще больше. Пип-пип. Чего? Пип-пип это. Приехали домой, тут у нас лук. Я вот не ставлю, что он с крыльями там внутри. Ну, если не шевелить, то он нормально будет. Надо будет целого взбивать. И можно температуру, раз он сухой. Ой, точнее мокрый, больше ставить. Нормально, что он еще 1:50. Ну, не знаю. Компот тёхнем вот этот давать туда, в дом. Как-то во что-то налить. Там бутылка, кстати, была. С-под чая. Ну, что мы это бутылки? Ну, нальёт ему еще что-нибудь, пускай у нас тоже останется. Может, мне надо это одно отдать в дом? Подумай. Так, Леха у нас сегодня в доме ночует. Мы проснулись. Время у нас обед. 12:00. Идем за Лехой. Он сегодня в доме у нас спал. На улице дождь был ночью. Погода не особо холодно. Здрасте. Что, катается он? Да. Молодец. Тебе надо второй, Леш, ногой. Сначала дома научить его, чтобы он вот так вот ногами. Вперед надо, Леша. Ну подожди, подожди. Может иногда понять, что надо их. Вот той ногой нажимай, вот той ногой нажимай. Нажимай. Вот той ногой. Так. Вот. А теперь вот этой ногой нажимай. Все, назад он. Вот. Тут не фиксируется. Нажимай, нажимай, нажимай. Вот этой ножкой нажимай. Не фиксируется, чтобы назад не крутилось. Нет. Только вперед. Вперед эту ножку. Сейчас заехал, получил посылки. Заказал вот эту штуку. Это у нас в машину пробка на заправку газового оборудования. У меня там стоит сейчас обычная пробка от воды. Зимой она замерзает и плохо. Лед там этот отгребать, чтобы заправить машину. Вот заказал специальную штуку. Она вот так туда закручивается и плотно вставляется.
Какая пробка? Рублей 50 нам стоило. Вот у нас пробка эта. А вот у нас новая. То свою я потерял где-то. Он заказал новую. Теперь там льда и грязи не будет. Вот так вот все. То с этой одни проблемы пробкой. И вторая посылка, это у нас вот такая сумка для удочки. У меня тут есть удочки, и они постоянно ломаются, если их хранить без сумки. Он заказал сумку. Тоже рублей 200 она стоила. Которая большая. Для 200 рублей это вот такая сумка. Тут еще есть отсек для всяких катушек и так далее. Тут у нас два отделения под две удочки. Все на молниях. Вот так раскрывается. Все в нитках. Ладно, хоть не дырявая. Вот такая удочка. Попозже мы это все протестируем. Так, еще купил легкий машинку вот такую. За 600 рублей. Когда подарим, пока не знаю. Вот наша сумочка. Первый отсек. Такой. Так, второй отсек. Там я уже положил удочку свою. Вот она здесь лежит. Так. И боковой отсек. Сюда я тоже запихнул удочку. Маленькую. Вот такую. И еще одна есть удочка в машине. Можно будет ее тоже запихнуть куда-то. О! Угу, налил. Так, мы сегодня у нас по еде, сейчас покажем, что. Что, наверное, тогда нужно ехать гулять, раз он не спит. А в чем он был? Не в чем, что ли? Я же постирал. А, ну, другу какой-то одеть. Так, макароны, купаты, селедка. Так, мы сейчас поедем гулять, на улице дождь. Будем баллы тратить в магните. Да, уже не погуляем лишь. Ну, в магазин, может, пока едем, закончится дождь. Да? Не знаю. По прогнозу написано в 4 часа дождь. Дождик там идет. Подожди, застегнем. Вот, приехали магнит. Большой. Ну, видишь, какого? Торговый центр Сфера. Давай ручку здесь высоко. Сейчас пойдем что-нибудь выбирать. Сейчас от дождя помоется. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, машинка сейчас поедет. Тележка есть тут? Маленькая, она там, Лёш. Ой, она стоит там. На той поедешь на машине, на тележке? Я в прошлый раз доставала ему. Он хочет сам маленькую возить. Мне куртка, видишь, уже все надо. Уже ее не оденешь. Так. Только не торопись. Надо помидорку взять. Леша, иди вот сюда. Паковку. Вот с этой стороны пойдем. Только не торопись. Вот они здесь. Это даже по 89 даже уже. Так, Леш, подожди. Желтые. Сколько стоит? 139. Горячее сердце, вон 99. Я вот... Да, ну вот они. Вот эти я брал. А черри... Вот эти. Леша, отойди, папа, сюда. Иди сюда. Отойди, надо проехать. Какие ему взять? Вот эти или вот эти? Аккуратно, аккуратно. Чего, какие? Ну, вот эти вкусные, которые ты сейчас брал. Да? Они такие, ну, сладкие. Давай, вот я попробовала сладкие такие. Двое ждать? Давай. Так, 200. Подожди, тут
Они могут быть. Тут он какой-то влажный. Ну, выбери другую. Ну, в общем-то, все влажные. Как, ну, когда упакованы? 10.05. Сегодня 20. Они, видишь, какие-то? Ну, это значит, вот это хорошо. 10.05 тоже. Ну, они все влажные, смотри. Ну, убирай что-нибудь. Еще надо 300 рублей на счет найти. Я не знаю, вот эта плесень нет, вот там беленькая. Да не, войдет. Ты же меня обрезался, Леш. Так, пойдем, еще 300 рублей у нас. Это мыльные пузыри, Леш. Пойдем. Да, в такой форме мыльные пузыри просто. Так, Леха выбрал себе штуку. Сейчас еще конфет выберет. 179. Дороговато, давай не будем. Леха там набирает, но я тебе и так их положу. Вот эти посмотрим, сколько стоит. Машинки лучше взять. Нет связи с сервером. Давай машинки с удобнее, в общем, посмотрим. Тут должны быть по акции. У тебя дома чупа-чупсы есть, дома дадим. Леша, Марион, набирайте конфет тут. Угу. Конфетки мы выложим. Потом выложим на кассе. Ладно. Куда-нибудь сложим. Вот фруктовые машинки нету здесь? Должны быть. Подожди, Леш. Может, ему взять какой-нибудь другой, не машинки, какие-нибудь. Видишь, тут кошмарики какие-то. Не, это машинки именно эти он требовал. Алло. Да. Попить только принеси мне там, я купил. Ладно. Да, получилось там? Пока я еще сертификат только скачала. А, давай. Давай. Так, мы тут с Лехой гуляем, пока мама покупает там. Леха из магазина убежал. Леха, не бегай, устанешь. Да. Вон там у нас магнит спереди. Вон какие, Лех, смотри, тут шары стоят, смотри. Вон какие шары. Угу. Шары какие, вон там тоже такой стоит. Ага, шар стоит. Дождь пошел. Пойдем вон туда дальше. У меня красивенький работать, если я буду работать. Давай. Где мокрый? Стой, да? Что, мокро сидеть? Зачем сел-то? Лёха, они мокрые качели. Мокрые, на них нельзя сейчас садиться. Мы во дворе. Тут один двор всего. Как выходишь из магнита? Туда. Давай. Зачем ты моешь Лёху её? Не надо. Так, товары все уже в машине. Потом посмотрим дома, что мы там купили за бесплатно. Вон, Лёх, смотри, какие ландыши здесь растут. Вон какие. Смотри, какие ландыши. Понюхай, на. Понюхай. Чем пахнет? Вкусно пахнет? Да. Дай папа понюхает. Понюхай.
Так, где там наша мама-то? Так, микрофон и он уже подключился к нам. Вон она. Сейчас закрой глаза, я тебе дам понюхать, ты угадаешь, что это такое. Что ты мне там нашел? Машинка! Давай, давай. Это машинка. Вдруг это что-то? Нет. Клоп? Нет. А кто? Цветок. Угадаешь, какой цветок. Давай. Что-то знакомое. Что мне приклеил там? Сирень? Нет. Смотри. А, ландыш. Точно. Где ты наш? Вот тут. Ну-ка, смотри, он ядовитый сок у него. Что плешь руки. Он его не брал. Что, получилось этот раз? Да. Сколько вышло? Ну, заплатила я 31, что ли. А, знаешь, как я так рассчитал. Мне нравится, как он пахнет. Ку-ку, да. Так, вот в таком мы дворе находимся. Вокруг 9 этажных дома. Раз, два, три. Угу. Монетку нашел. Давай в кармашку положу. К тебе в кармашку положить? Мне? Ну, все равно здесь хватает. Попить. Они мокрые, Леха. Там чуть-чуть. Давай. Пару капель. Вон я нашел еще денежку. Все, уже сухая. Леха нашел 5 рублей, я нашел рубль. Опа, держись только. Нет, не денежка. Нет, не денежка. Мама, сейчас будет быстро. Я Леша. А куда он тебя 5 рублей-то выкинул? Я у меня в кармане. Мама, мама. Держись только. Держись хорошо только. Держусь крепче, Лёх. Так, на улице пошел дождь. Все затянуло. Такая погода. Не знаю, открыть ли окно. Он прям льется здесь. Вода. Как домой идти, не знаю. Леха уже дома. Что там? Это все, что мы купили? Вода еще. А, вода еще. Вот это по 24 лехи. Для плова приправа по 59, две штуки. Вот эти помидоры по 100 рублей штука. И компотная смесь за 129. Итого 529 рублей. Мы заплатили только 29 с промокодом. Вот тут возможно даже чек. Есть, сейчас мы его покажем. Вот получается 531 оплата промокода 500 рублей. Вот такие покупки. Так, сейчас надо будет подготовить на продажу. Покупает у меня микрофон от камеры вот такой за 3800.
буду отправлять его в понедельник после работы, поеду в Боксбери. Так, и вот такой телефон покупают у меня. Тоже поеду отправлять. Это у нас N82. В нем батарейка плохая. Покупают у меня его. Это на понедельник, все нужно будет упаковать все.